Ты по низу пойдешь? Да, это я. Я говорю, по низу будешь идти? По речке? А как ты по верху тут пойдешь? Там тропинка есть? Еле забрался, мам. Ну вот. Тебе-то повезло очень. Да как сказать. Вначале зато я там шла. Все, собаку отпускай. Отпусти собаку. Она спит. Отпусти ее. Ты сказала опустить, а я опустил. Она кубарем покатилась. Вон туда. А я, кажется, думаю, я снимала, а я не снимала. Не будете? Мы сейчас просто вот. Сейчас воду еще надо забрать. Забери. Воду забери и отпусти собаку. Ты зачем стоишь на обрыве, Никита? Я из-за тебя съемку не могу нормальную сделать. Ты еще ведешь себя как ненормальный. Воду забери из-под дерева. Ага. И это не видно, забрали. Ее здесь нет. Как это? Как это? Нету. Так, нету. Ну, значит, что сказать? Плохо. Большая бутылка воды. Хорошо, бери бутылку, бери свой этот самый водный пистолет. Пошли, Лёлюша, молодец, Лёля. Лёля, молодец какая. Вот, молодец. Испугалась, да, Лёля? Вот это молодец собака. Ужас, ужас. Нет, Лёля, мы... Ты что? Лёля! Ну, сейчас она... Смотри, опять она с обрыва решила идти. Так, тихо, иди сюда. Мы в другом месте спустимся. Лёля решила, что со всех обрывов теперь прыгать. Пошли дальше. Отпусти её. Что ты делаешь? Никита, это ужас какой-то. Не надо её тащить. Никита, отпусти собаку. Просто отпусти и всё. Да идёт она. Пошли, Лёля. Домой, домой, а то прогуляемся, так? Вот так прогулка. Значит, не сюда. А мы здесь спустимся. Сюда. Лёля, после того, смотри, она уже не боится никаких этих. После кувырка этого. Ужас, Лёля. Так вот уже ничего не боится. Надо с разгона спускается Лёля. А девушка думала, что родник вон там, в той стороне. Где, с другой? Где, да. Водопады? Ага. А там, может, тоже еще есть нет, один? Знаешь, еще там. Один. Посмотри. Наверху? Вон там. А, нет, там вообще никакой воды нет. Дедушка пусть, конечно, так и думает, но нет, там нет такого. Вон, смотри, прошел вот это. Мам, смотри, он прошел. Я вот вижу. Ладно, аккуратно, аккуратно. И стремал. Я же точно лучше. Я в точку покатился с кувырком. Лёля решила со всех теперь этих прыгать, да, Лёля? Со всех гор, да, Лёлюша? Никиту ждет она, видишь, тебя ждет. Я пойдем. Моя зайка маленькая. Мы покатились с тобой далеко, да? Два.